Ситуация на рынку працы Гомельской области сёлета лепшая, чем у минулым годе. По данным Комитета по праце, занятости и социальной обороне облаканкама, на 5600 беспрацовных приходится 6935 вакансий. Летость рабочих мест было вдвоя менее, чем людей, которые шукают працу. Доля молодых людей у агульной колькости беспрацовных невеликая, каля 8,5%. Але наймальники редко сгаджаются брать специалистов без опыта. На допомогу этой категории громадян приходит программа «Молодежная практика». Про то, как скористаться этой махчимостью, наш наступный материал. Стаж работы по специальности – бодай первое, что цікавить наймальника после наявности диплома. Как показывает анализ рынку працы, тяжей знайсти место недавним выпускникам. Сёлета за допомогой у працеулаткаванню отповедные службы звернулися больше, як 600 человек. Молодому экономисту-менеджеру Анастасии Шкуринской пошанцевала. Працу по специальности она активно шукала усяго некалькі месяцев. Бывает, что гэты процесс затягивается на годы. Зараз Анастасия проходит молодежную практику на одном из приватных консалтинговых предприемства у Гомеля, якое, до речи, мае статус инкубатора малого предпринимательства. Ну, как правило, у нас полугодовая практика, она краткосрочная. Конечно, зарплату мы не можем платить высокую, но самое главное, что они получают, в первую очередь, полугодовой стаж трудовой деятельности, что им позволяет впоследствии не бояться, и особенно девчатам, и уйти в декретный отпуск, потому что больничный уже будет оплачиваться. Второй момент – они становятся на самом деле экономистами. И это им позволяет через полгода спокойно идти на работу практически любую, независимо, ну, с экономическим, естественно, направлением. Желательно, конечно, чтобы эта работа была им по душе. Субъекты господарання Гомельской области уже оценили эффект от содействия працеулаткованию молодых специалистов. За додатково створенные працовные места они отримливают преференции. У державной программе содействия занятости насильництва предугледжены сродки по забюджетного фонду социальной обороны насильництва. И они идут на компенсацию затрат наймальников для выплаты зарплаты учарашним выпускникам. Дякуючи молодежной практике, сёлета первое место працы, хоть и часовое, отримали 156 человек. Наш безработный, устроенной по молодежной практике, он может получать зарплату и выше, но нанимателю компенсируются затраты на оплату труда в размере минимальной заработной платы, пропорционально за отработанный период, и начисление на фонд оплаты труда. Нанимателям предоставляется возможность до истечения сроков молодежной практики трудоустроить молодежь на постоянную работу. А также они могут быть трудоустроены на постоянную работу и после окончания сроков молодежной практики. По статистике, каждому другому молодому человеку, часово працеулаткованому на полгода в городе, а у сельской местности на год, пропонуют працу на постоянную на основе. Типа шансуе нашей героине Анастасии Шкуринской у другий раз, покуль невядома. Але тое, что яе конкурентоздольность значно узрасте, видовочно. Наталья Игнатенко, Сергей Нигеревич, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».